вдруг подъехала машина, из нее выходит вот этот очкастый, и видно его водитель. Но водитель стоял в стороне, он ничего не делал. А этот сразу кинулся сюда, лег на палатку, сломал ее. Вначале он сказал, я просто проходящий, мне да. Спасибо. Вот, потом он залез сюда, лег на палатку, вот, и тут началась, конечно, заваруха. Все, кто куда, куда чего, его начали там, в общем, там такая возня была. Он пытался... товарищ в очках, который, когда его кто-то из, видимо, из своих начал оттаскивать, он через плечо, на видео видно, в один момент он сказал, я из жилищника. Вот, и потом в нем его опознали как заместителя. А документы он отказывался предоставлять. Почему вы решили, что у меня хулиган? Сказал, потом что узнали, что он из жилищника. А то наша машина собирается сжечь. И мы тут... Ну, маленькая такая, туристическая, я не знаю. А что, кто-то против туризма? Собираю все письма и складываю. Нет. Ну, просто граждан вот стоят, ну, да. А зачем? Ну, это... Ну, это все... Они... Развиваем туризм в России. Да. Пропагандируем. Ну, мы здесь, да, пока стоим? А кого вы... Не знаю, Ломакина вызывала. А, Ломакина? Это... Ну да, оттуда, да. Застройщик вызывает. Я здесь живу давно и прекрасно видела, как на этой площадке спортивной день и ночь играли, катались, играли в хоккей, в баскетбол. А студенты МГУ играли даже ночью. Настолько она была востребована. А с той стороны, там же дома 8-этажки, 9-этажки, у которых нету детских площадок, вообще нету двора. Там была сделана очень хорошая детская площадка, и там дети все гуляли.